Здравствуйте, уважаемые подписчики нашей группы. Сегодня пришло время разыграть наши призы от совместного конкурса с магазином «Рыбалка Про». Сегодня мы в гостях как раз таки в самом магазине. Здесь директор данного магазина Роман. Добрый день. Вот. С помощью приложения Random App мы разыграем три призовых места. Это, соответственно, у нас зимний ящик для зимней ловли, рыболовный кан и набор прикормки Dream Fish. Чтобы время не затягивать, перейдем, наверное, к розыгрышу. Но еще у нас участвовали покупатели в самом непосредственном магазине. И они складывали свои чеки вот в эту замечательную коробочку. На обратной стороне этих чеков находится телефонный номер. Проходите. Вот. Телефонный номер возможных победителей. И Тимур, иди сюда. И этих победителей мы определим с помощью вот этого девайса, зовут его Тимур. Он вытащит своей независимой рукой несколько чеков, и мы созвонимся уже непосредственно с победителем. Приступим. Видно? Значит, делаем ссылку на пост ВК. Вот она, давайте с самого начала, наша группа. Вот наш пост с розыгрышем. Экспортируем ссылочку в приложение. Как видно, у нас определены три победителя. Вот ползунок стоит. И нажимаем выбрать. Претендента, да. Итак, первое место у нас Сергей Поздняков, второе место Светлана Винникова и третье место Игорь Караваев. Так, итоги подведены. Поздравляем наших победителей. Спасибо. Да, сейчас мы сделаем репост. И отправим его на страницу, нашу страницу в группе. Посмотрим, появился ли у нас репост. Да, вот они, победители. И по ссылочке давайте перейдем, посмотрим. Да, все видят. Итак, и теперь приступаем к розыгрышу непосредственно. Дайте я сейчас зайду. Да. Приступаем к розыгрышу призов того же самого набора. Какой ящик замечательный, Роман. Да. Жалко, что я не выиграл, но я, правда, не выиграл. Да. Сейчас мы вот отсюда уберем все лишнее. Для того, чтобы был хороший доступ. Вот. И... Давай, Роман, высыпай, разбирай, как ящик. Все. Высыпаем. Давай вот здесь. Ага. Здесь видим. Сейчас. Так, видно? Высыпаем в этот ящик наши чеки. Все. Тимур, теперь твоя работа. Давай. Тимур. Давай, я тебя подниму сейчас на ручки. Смотри. А мы можем, он рукой не залезть сюда? Может и залезть. Вот давайте сюда найдем. Отпереди. Опа. Просто если вот так сделать. Да, вот так будет красиво. Так, Тимур, смотри, тебе нужно засунуть в дырочку ручку и взять первую одну бумажечку. Одну. Одну. Мы разыграем третье место, да? Сейчас третье. Да, да, набор прикорм при Fish Dream. Бери. Все. Давай, дядя Роме, подходи. Рома, давай. Тоже подойди в кадр. Ага. Кто это у нас? Набор прикормки Fish Dream получает Чепрага Иван Георгиевич. Поздравляем. Контактный телефон. Мы сейчас свяжемся и предупредим его о том, что он является одним из победителей. И свяжемся для получения приза. Тимур, давай второй. Второй кан для живца. Второе место. Иди себе, дядя Роме. Кан для живца у нас получает Орлов Игорь. Так же самое, контакты есть, свяжемся, обозначим, покажем. Давай. И третью. И главный, да, приз, рыболовный ящик. Давай, Тимур.
Что ты там выбираешь, ты там? Знакомый кто-то играл? Давай одну бери. Не могу. Не можешь? Что-то у меня не получилось. О, получилось. Все, неси, дядя. С трудом, но есть. Ну и главным претендентом и обладателем ящика у нас Звонков Игорь Валерьевич. Пап, с чем мы всех претендентов и поздравляем.